8 апреля жителей Славянска на Кубани объединила одна общая цель – сделать свой город чище и краше. Работники администрации, сотрудники предприятий, общественность и просто неравнодушные жители города приводили в порядок улицы и придомовые территории в рамках Всекубанского субботника. Он собрал более 4000 славянцев. О том, как преобразился наш район, смотрите в следующем материале выпуска. Активное участие в субботнике приняли представители предприятий, учащиеся учебных заведений, а также специалисты общественно-социального центра Славянского городского поселения, сотрудники городской и районной администрации, горожане. На территории сквера «Аллея любви» с самого утра закипела работа. Там сотрудники районной администрации занялись подготовкой клумб для предстоящего посева травы. Вышли на субботник с удовольствием, с радостью, да, понимают, что необходимо навести порядок. За администрацией закреплен вот строительство этого нового нашего сквера, называется, который сквер любви, да. Вот и работники с желанием вышли и работают. Не остались без внимания детские и спортивные площадки, расположенные на придомовых территориях. Они очищены от наносного мусора, окрашены и готовы принимать и развлекать юных посетителей. На спортивной площадке в районе Северного парка наводили порядок сотрудники городского дома культуры. Мы красим, белим, делаем наш город более красивым, достойным. Славянск на Кубани – это наш общий дом. Вот, и как и в любом доме, хочется всегда навести порядок. Во Всекубанский субботник от налетного мусора очищено более 30 тысяч квадратных метров городских улиц, более 3 тысяч метров прибордюрного камня. Приведены в надлежащий вид газоны, побелены деревья. Вывезено более 100 кубических метров веток и мусора. По итогам всеобщей генеральной уборки района было ликвидировано 47 стихийных свалок. Более 400 квадратных метров парков, скверов, площадей, кладбищ очищено от мусора. Вывезено почти 200 тонн отходов. 1 тонна сдана на переработку вторичного сырья. А для того, чтобы предстоящее лето было цветущим и ярким, в год экологии в рамках субботника было высажено свыше 450 деревьев и кустарников. Почти 2500 квадратных метров клумб засеяно газоном. Посажено более 2500 квадратных метров цветников. После такой генеральной уборки Славянский район заметно преобразился. Засиял весенними красками, задышал по-новому. И теперь самое главное – уважать труд земляков. Ежедневно поддерживать чистоту и порядок. Ведь это под силу каждому. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».